И всем привет, ребят! С вами с Ровенкостью записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен очень интересной теме. Давным-давно мы уже не обсуждали вместе с вами топы вооружений. сегодня мы вместе с вами соберем терлистик лучших пушек в нашей игре. Обсудим вместе с вами, что же на сегодняшний день по балансу является приоритетным из пушек. Ну а вы в комментариях и в принципе напишите, что вы думаете по этому поводу. Согласны ли вы с моей точки зрения? по связанную топу, какие пушки, по вашему мнению, являются лучшими на сегодняшний момент времени. Ну и если вам нравятся подобного рода видосы, где мы обсуждаем топы наших вооружений, вы хотите, чтобы этих топов было намного больше и по пушкам, и по корпусам, и по устройствам, и по дронам, то обязательно поддержите данный видос лайком, Оформите подписочку на этот замечательный канал Также не забывайте про розыгрыш Который прямо сейчас у нас имеется по нашему Тегу создателя контента, который можно найти В настройках игры в аккаунтике Тимпашечку оформляем, дальше Оформляем покупочку в магазине, ну и заполняем форму Которая есть в описании Именно ваша активность В рамках этого видеоролика Даст мне понять, что надо Возвращаться с этими топами И надо на такие видеоролики Делать намного больше акцента и больше обсуждать <coughs>, топы наших вооружений. Быть может это пушки, быть может корпуса, быть может дроны, быть может устройство в нашей игре. Но сегодня мы вместе с вами поговорим о пушках. Э -э, на сегодняшний момент времени в моем понимании баланс э -э, является таким, что очень-очень большое количество вооружений и пушек в целом являются... Очень в хорошей медь Да, то есть они в балансе И это не может не радовать На сегодняшний день Я даже Не сказал бы, что есть пушка Которая супер-супер слабая да? На любой из наших пушек можно играть Вопрос лишь только в том Какая пушка Даст больший результат И больший Процент Очков опыта ну и заработанных кристаллов. Я буду высказывать исключительно свое мнение, свою точку зрения, исходя из того, на чем я люблю играть, из того, как я вижу баланс на сегодняшний день в нашей игре. Ну а вы уже дальше согласитесь, либо также в описании расставите от S до D свои приоритеты по вооружению. Мы будем идти по порядку, исходя из того, что я сейчас вижу. Ну и дальше уже. Будем смотреть, что у нас из этого всего получится. S это самое жесткое, А это чуть меньше жесткое, ну и B это среднее, ниже среднего, ну и, грубо говоря, самые слабые. Первым стоит у нас вулкан. И, честно говоря, это та пушка, которая на сегодняшний момент времени, с точки зрения нашего баланса, является довольно-таки неплохой. Довольно-таки неплохой, ее апнули относительно недавно, и, в принципе, она, ну, можно даже сказать, выше среднего. Она даже выше среднего, и в бэшечку точно ее можно запихнуть. Гром — это та пушка, которая на протяжении уже супер длительного периода времени находится в шикарном балансе. Да, у нас относительно недавно нерфили вакуумные снаряды, и я сам стал играть намного меньше на громе, но это больше связано с тем, что у нас появились в игре трофеи. Но на сегодняшний день это все так же супер-супер сильная пушка, которая находится в очень и очень хорошем балансе. Что касаемо Скорпиона, то его нерфили безумно большое количество раз за последние пару месяцев. И это та пушка, которая была, наверное, очень-очень жестко сильной, но на сегодняшний момент времени я не могу поставить ее в А. Я думаю, что это железная Б. и это что-то такое хорошей средней метки. Что касаемо рельсы, то ее тоже апали. И она на сегодняшний момент времени находится тоже в Б плюс-минус в таком же балансе. И также может себя показывать, если учитывать резисты противника и то, на что она вообще способна. Что касаемо Магнума, мы его всовываем туда же, туда же в бэшечку. Нигде он, в принципе, особо сильно не проседает. Что касаемо матчмейкинга и против резистов можно с ним играть. И как выше среднего пушка, я думаю, что точно работает. Гаус, 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 Гаус. Ну, наверное, тоже Б. Наверное, тоже Б. Я бы сказал, что все-таки гром сильнее, чем эта пушка и на сегодняшний момент времени показывают очень хорошие результаты и с точки зрения баланса оно, она вообще в принципе может быть выше среднего да и вполне в б здесь ее можно ставить шафт точно железно а и это та пушка, которая уже на протяжении супер длительного периода времени показывает очень хорошие результаты как против резистов так и по безрезистам есть очень большая вариативность в устройствах так же как и на громе и даже против резистов можно очень хорошо и железно ее реализовывать жига та пушка, которая на сегодняшний момент времени с моей точки зрения, является лучшей пушкой в нашей игре. Если учитывать именно баланс <coughs> и дистанцию всех званий. Да? Что касаемо и маленьких званий, что касаемо средних и что касаемо легенд. На, все, на всех диапазонах эта пушка показывает максимально жесткий результат. И я бы сказал, что именно эта пушка достойна на сегодняшний день занимать категорию S и категорию самых сильных балансных пушек в нашей игре. Да, на сегодняшний день именно этот продув на ближней дистанции уносит все, просто все, что движется и может без шансово на ближней дистанции переиграть любую пушку в нашей игре. Что касаемо фреза, то он чуточку хуже, но поставить его в Б мне как-то даже и не хочется. Хотя, наверное, он где-то между А и Б. Где-то между А и Б, ну, наверное, пусть будет Б. Пусть будет Б. Да, пусть будет Б. Хотя в моменте даже хотел бы поставить его в А. И сказать, что он чуточку хуже Жиги. Хотя, если сравнивать баланс, то там сейчас Жига по урончику наносит все-таки по приоритетнее. Но даже Вашечку приз может стоять. И его все так же можно эффективно использовать в нашем матчмейкинге. Что касаемо Изиды, с нерфом вампиризма эта пушка стала значительно хуже, исходя из ее личных зачетов и то, что она могла показывать раньше, но это все так же средняя, даже выше средней, хорошая пушка, с точки зрения баланса, с точки зрения интереса игры у определенных игроков, которые любят играть на Изиде. Есть те игроки, которые используют ее и в таких режимах, как Джаггернаут. саппортят Джаггернаутом и играют как саппорт на лечении. Это тоже безумно ценится с моей точки зрения. Ну и в принципе пушка по балансу находится выше среднего. Я думаю, что ее ниже точно ставить нету смысла. Тесла пушка, которая на сегодняшний момент времени, с моей точки зрения, является самой скучной, самой однотипной и той пушкой, которой в матчмейкинге начали использовать значительно меньше. Хоть и что касаемо баланса, ее можно было бы поставить в «Б», и сказать, что она выше среднего и то, что она сбалансирована. Но я ее поставлю в С. Потому что если ее, например, сравнить с теми же продувами, Продувы значительно сильнее себя показывают на сегодняшний день в рамках матчмейкинга. Я думаю, что Изида тоже Теслу в ближней бойке на сегодняшний день будет переигрывать. Молот. Супер универсальная пушка на сегодняшний момент времени. Хоть и ее <coughs> по балансу довольно неплохо занерфили. Если еще где-то месяц назад ее можно было бы поставить в С и сказать, что это мега жесткая пушечка. Но на сегодняшний день она точно является суперсильной пушкой, но не сверх жесткой, да. Было у нас устройство штурмовая кассета, которая была не занерфлена и которая показывала безумно жесткие результаты на протяжении одного месяца где-то. Но сейчас его тоже занерфили. Ну и в принципе пушка хоро в хорошем, очень сильном балансе, но до кат категории S в моем понимании не дотягивает. Твинс. В шикарном среднем, даже выше среднего балансе. Рикошет также же самое. Две средние дальности пушки с Возможностью использования очень хороших устройств Twins вообще в моменте можно даже наверное было бы и поставить в А, но в связи с тем, что я особо сильно на нем не играю и супер большого количества игроков на нем в матчмейкинге тоже не вижу, поставлю его как раз таки в Б, рикошет поставлю туда же, что одну, что вторую пушку можно очень хорошо эффективно использовать, ну и с точки зрения скиллозависимости они тоже э, очень неплохо себя показывают. Смока – это вторая пушка, которая станет у нас в категорию С. Пушка, которая с точки зрения баланса находится в среднем балансе. Да, в среднем, в хорошем балансе. В моменте ее можно неплохо реализовать в матчмейкинге. Но если вы столкнетесь с ситуацией с большим количеством резистов, то все-таки она будет проседать. Хотя в моменте ее можно реализовать, и она может даже находиться в Б. Но на сегодняшний момент времени я все-таки поставлю ее в С, э, исходя из того, как я вижу ее и как я вижу ее балансность в нашей игре и э, ее реализацию в матчмейкинге в целом. Ну и страйкер. Та самая пушка, на которой я на сегодняшний момент времени играю больше всего. Хотелось бы мне, конечно, его поставить в S, но я думаю, что закономерно он попадает в категорию А, Категорию, где э, он находится в очень сильном балансе, но до как раз-таки Жиги он не дотягивает. Исходя из э, как раз-таки всех параметров, да, именно наноса урона, реализации набива очков, опыта и кристаллов, я думаю, что закономерно можно поставить эту пушечку в А. Ну и она все-таки является более сложной, ну, наверное, даже самой сложной в нашей игре, поэтому здесь она закономерно тоже попадает в А. Возможно, кто-то со мной не согласится насчет Жиги и скажет, что, мол, чел, ну какая Жига в приоритете? Да, почему Жига у тебя самая сильная, если на ней, во-первых, не играют супер-супер большое количество игроков, и во-вторых, где ты видел, что жиги постоянно занимают там, например, первые места. Но здесь э, больше э, разговор о балансе и больше разговор о том, какая пушка может переиграть тебя в матчмейкинге и переиграть без шансов. В моем понимании жига это та пушка, которая может переигрывать без шансово абсолютно и на сегодняшний момент времени на любой средней и маленькой карте, если вы против будете попадаться жиги, даже вот будет у вас, например, спецрежимы, да, <coughs> вы будете играть в спецрежиме, Жига будет показывать в этих спецрежимах безумно жесткие результаты. Будь там ДМК, будь там соло Джиггернаут, везде эта пушка будет очень-очень сильно себя реализовывать. Да, и если бы у нас в моменте не было бы очень жесткой штурмовой кассеты, то, например, на тех ивентах, по типу 1 апреля, да, и других э, ивентов, где мы ловили голды, где играли в ДМ-ку, Жига 100% была бы той пушкой, которая была бы максимально приоритетной для меня лично. Да? Потому что я, например, использовал штурмовую кассету. Хотя Жигу использовали очень большое количество игроков в нашем матчмейкинге. Они были 100% правы, потому что по балансу эта пушка в моем понимании находится сейчас в лучшей мете. Если вы сейчас сидите и думаете, какую пушку вам прокачивать, да, быть может вы создаете новый аккаунт, быть может вы находитесь не на каком-то большом звании, либо вы хотите каких-то новых ощущений от нашей игры, хотите выбрать какую-то новую пушечку, то вот вам мой... Баланс вооружений, как я вижу, баланс в нашей игре, и те пушки, которые в моем понимании являются самыми сильными и самыми приоритетными. И, исходя из этого, вы можете даже выделить тут определенный топ, и дальше сделать свои выводы и распределить покупку новых пушек в, быть может, в моем видении, быть может общем видении, да, то есть сложите свои приоритетные пушки и это топ, который я вам сегодня показал. Также э, хотел бы сказать очень важную вещь, то что всегда акцентируйте внимание на том, какая пушка вам самому по душе, да. Быть может вы знаете, что она суперсильная по балансу, но вам просто некомфортно играть на ней. И если вам некомфортно играть на ней, то не нужно ее использовать. Лучше возьмите ту пушку, на которой вы будете получать максимальное удовольствие от игры. Потому что на сегодняшний момент времени, в моем понимании, баланс в нашей игре с точки зрения пушек очень-очень хороший. И те даже просадки и распределение пушек, они самые минимальные, которые когда-либо были в нашей игре. Да? И здесь, если сжать весь этот график, на одной линии можно поставить самое большое количество пушек с точки зрения баланса за весь период игры. Поэтому сейчас разброс максимально минимален. Да, как бы это тавтологично не звучало. Но у вас в первую очередь всегда теперь должен вставать приоритет с точки зрения вашего интереса игры на пушке. А потом лишь только думать о том, какая это пушка по балансу. Да? Потому что, если резистов от нее не будет, любая из этих пушек, ну, за исключением, наверное, там Теслы, которые мне абсолютно не нравится, может, может показывать очень сильные результаты в нашем матчмейкинге. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Обязательно поддерживайте данный видос лайком, если он вам понравился. Пишите обязательно в комментариях свой топ связанные с пушками согласны вы с моей точки зрения или нет если не согласны составьте свой список можете даже просто там написать лучшие пушки средние пушки ниже среднего пушки я обязательно буду читать комментарии возможно даже делиться своим мнением если будут появляться какие-то вопросы у вас ну и конечно же <coughs> не забывайте подписываться на этот канал и нажимать на колокольчик дабы не пропускать новые видеоролики. Давайте постараемся собрать отличную активность на этом видосе, дабы я мог понять для себя, что подобную тему и подобные вообще топы нужно на сегодняшний день как можно больше освещать и разбирать. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.